Рассказывай, что нарыл. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаг... Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев. Он заплатил. Думаю, по-хорошему не получится. Это ж мальстрём. У банд правила... Ну что? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстрём... Ви, ты чего-то ждешь? Давай, не тяни кота. Делай дзынь-дзынь. Ви, ты чего-то ждешь?
Ви, ты чего-то ждешь? Давай, не тяни кота. Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару фикусов бы еще. Они хорошо подготовились. Уёбки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Отойди влев, ты баран! Слышал про их шефа Ройса? Декс о нем говорил. Назвал его особенно. Спокойно, Ви. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Нет, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля, быром. Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, Джек, пока я тебе... просто сядь. Это плохо кончится, но... сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись! Дунь! Что дуешь? Скан! Чистый, как детская присыпка. Чёрная дурь? Её ж нигде не достать. Хорошие у вас каналы. Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфин, и поэтому ты не чувствуешь боль. Кошмарит так, что похоже на психоз. Ее давали солдатам во время корпоративных войн. Киберпсихи ей закидываются, как конфетами. Если испарять, эффект тот же, только чище. Давай, не бзди! Спасибо, не употребляю. Ну и пожалуйста, мудила правильный. Вот он, Болт. Модель МТ-0Д-1-2. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Ладно, сойдет. Ха! Гляди, сука, какой привередливый. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Нахуй Брика. Давай договоримся заново.
отличный подход к делу, я считаю. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Эдди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики! Он до сих пор жив? Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Угу. Пока. Пронеслась, родимая! Вали в них! Вали, твари! Ты каброн! Сука! Ищите и обрящите! Мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер! Только побыстрее! Надо понять, как отсюда... выбраться. И что ты предлагаешь? Все бронированное. Тут не пройти. Хотя это ж старая фабрика. Наверное, тут дохер. Все наше. И боты контролен. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Ебаное мясо! А! Сейчас весь провоняю! Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути. Круто работает. Пошли. Аманос! Цель за голову!
быстро! Рвемся! Я пуля непробиваемый! Я ранен! Чингада Мадре! Давай сваливать. Вот это я понимаю. Ви, надо выбираться. Корпу не ублажали, никого не умоляли, в долги не влезали. Ха, а болт наш. Вот так и надо работать, Ви. Ты прав. И еще бы. Папа всегда прав. Приятно, что ты начинаешь замечать. Обожаю Найт-Сити. Просто город бесконечных возможностей и дружеской ненависти. Если у тебя есть кахонес, и ты знаешь, как ими пользоваться, ты можешь достичь чего угодно. Если не поймаешь пулю, случайно или нет. Так и все равно. Ты помрешь с музыкой. Улицы тебя еще долго не забудут. Сплошные плюсы. Что теперь, Джек? Теперь? Я пойду к мести. Надо немного оклематься после наших с тобой похождений. Нас бы там легко могли пристрелить. Точно говорю. Такая уж у нас работа, Джек. Когда человек уворачивается от косы смерти, это повод для праздника. А у нас просто больше таких поводов. Дай знать Дексу, что его шняга у нас. Ай, Люэго! Как дела на фронтах, мистер Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Мелитеха? Само собой, были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? С Мелитехом не сложилось. Я не хотел рисковать. Да как ты сумел убедить Ройса расстаться с болтом? Единственным способом, который всегда работает. Силой. Ты крепкий орешек, мистер Ви. Уже поговорил с Эвелин Маркер? Как раз собирался. Ага. У нее есть информация, без которой до чипа не добраться. Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. Because it's